О неожиданно возникшей проблеме и ее решении нам рассказал начальник управления дорожного хозяйства и транспорта администрации Ленинского округа Андрей Пальтов. Как можно увидеть, сейчас машины беспрепятственно выезжают на Варшавское шоссе, а для пешеходов сделана дорожка. Но несколько дней назад все было иначе. Здесь проводится работа по строительству Юго-Восточной Хорды, департамент строительства города Москвы. Из-за этого перекладка коммуникации. Из-за этого были некоторые ограничения, был закрыт проезд. Жители массово начали обращаться в администрацию Ленинградского округа, в департамент строительства, в Минтранс Московской области. Для администрации Ленинского городского округа действия московских строителей стали неприятным сюрпризом. Тем не менее, руководство муниципалитета провело ряд переговоров с ответственными лицами, в ходе которых и был найден компромисс. Благодаря Минтрансу и департаменту строительства города Москвы нам удалось с ними проговорить, договориться, чтобы открыть этот выезд и дать возможности прохода обычным гражданам на остановку общественного транспорта. Пересмотрели график производства работ по перекладке коммуникаций и предусмотрели пока дать возможность жителям выезжать. Когда жители будут менее пользоваться данным проездом, данная работа будет проводиться. То есть намечено, что перекрывать дорогу будут в ночное время и в выходные и праздничные дни, когда трафик небольшой. Увидев, что работает съемочная группа, к начальнику управления дорожного хозяйства и транспорта Андрею Пальтову подошел местный житель. Он поблагодарил за оперативное решение вопроса, но посетовал, что пешеходная дорожка не освещена. Разговаривал с рабочими, то есть спросил, ну, сделайте хотя бы что-нибудь вечером, не освещайте. Мы вечером приезжали, когда говорили, смотрели, что темновато, и пройти было. Ну, отработали с ним. Хорошо, спасибо. Безусловно, масштабное строительство нескольких трасс и развязок, проходящее в настоящий момент на территории Ленинского городского округа, доставляет немало хлопот местным жителям. Но администрация муниципалитета прикладывает все усилия, чтобы неудобств граждане испытывали как можно меньше. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ.